Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Пасека Загайновых, меня зовут Михаил, и в данном видео мы подведем итоги 2016 года. Сезон 2016 года для нашего дела был 26-м сезоном. Вот, надо сказать, что погода сложилась довольно удачной, не было ни засухи, ни протяжных холодных дождей. Теплые дни сменялись теплыми дождями, и все вокруг пасеки зацвело буйным цветочным ковром. Плюс данный год оказался годом дикого донника, дружно зацвели и белый, и желтый донник, и пчелки принесли довольно-таки много меда. В мае 2016 года мы съездили в пчелопитомник среднерусской пчелы. Купили там среднерусских пчел. Ездили в Удмуртию. Условием сотрудничества была предоплата по договору. Мы пошли на данные условия, а перегружали пчел в дороге. К сожалению, посмотреть их не удалось. И когда приехали, привезли пчел, то оказалось, что пчелы и расплода маловато. Но пчелки оказались настоящие, злые, среднерусские. Они довольно неплохо набрали пчелы в зиму. Вот, даст Бог, хорошо перезимуют. Также мы купили у данного производителя маток. Отец у меня поменял маточное поголовье. Матки пришли в срок. Ну, по маткам сотрудничество планируем продолжать. В 2016 году мы опробовали такую технологию, как запись клиентов на мед в очередь. Начали еще в 2015 году и продолжили весь 2016 сезон. Данная технология показала себя довольно-таки удачно. Почему? Ну, во-первых, люди знали, какой у них номер в очереди, и не волновались, что про них забудут. Не названивали нам, не писали нам по много раз, просто ждали. Ну а мы не боялись, что про кого-то забудем. Спокойно шли по списку, всех обзванивали, всем отгружали. Вот так прошел для нас сезон 2016 года. Поздравляем вас с новым 2017 годом. Желаем вам счастья, здоровья, успехов. Ну и, конечно, всем сладкой жизни. Всем пока!